В общем-то, погода нам позволила провести максимум гонок, это 8. Тем не менее, борьба была настолько накалена, что победитель определился только в последний гоночный день, в последнюю гонку. До сих пор вот сейчас еще только готовятся результаты, и мы уже знаем победителя, потому что был протест, протесты на лидеров, вернее, лидеры поддавали протест, и протестовый комитет принял решение, что те фальстарты, которые были, оставить в силе. И, конечно, гонщиков можно понять, они, как говорится, не справились, может, где-то с эмоциями, что-то у них не получилось во время последнего старта, последней гонки. Но, тем не менее, это, будем говорить, хорошо прошли соревнования, динамично, красиво. И еще впереди последний этап, который ждет их всех в Санкт-Петербурге. Ну, мне очень понравилась эта регата, ну, особенно то, что в последний день была такая напряженная борьба. Никто не знал, кто закончит регату в тройке, все в последней гонке поменялось. Самое сложное было во второй день не слететь с первого места, а так все хорошо. Ну, регата хорошая. Таких соперников не было, все было нормально. Не легко, не просто, ну как, не сложно. Все хорошо.